посещаем Кёкушин. 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 Еще раз. Кёкушин. Кёкушин. Ты лучше всех. Ну, доброе учение. Кёкушин. Давай тяжело. Кирилл. Так. А Лёня встает. Ну, стих мы еще не учили. А и Лёня говорит, а я петь не умею. Я петь не умею. О, молодец. Завтрак, даже морская капуста сегодня. Сметана и майонез. А теперь меня? А вы спал еще? Нет, пойди там что-нибудь сядь. Сегодня даже запеканка. А что это такое? Пудинг морковный. Да. Вот что это такое. И яблоки запечённые. Что, мы уже позавтракали? Ну, Гришу провели на тренировку. А, целую, мама давай, тут по телефону давай, разговаривает. Да, привет. Сейчас уже поедем. Скоро приеду, родная, приеду. Собираться будем на экскурсию на олимпийские объекты. Всё. Нам тут выдали сухпаёк в одном пакетике на двоих. Каждому бутылка воды, хлеб, сок, тропик, так, печенье, паштет из гусиной печени. Каждому также ложечки, по-моему. Ой, надо их сейчас замотать. Ложечки. По яблоку. А, по два печенья. И это что такое? Джем. Вишневый. И по йогурту. Вот это вот такой вот сухпаёк нам выдали. Еще и живые нарциссы семейные. Все, теперь идем ехать, да? Нам куда? На главной, да, сюда? Отстегать будем. До Анки. За Анкой стоит вход. Пошлите. Пошлите, девочки, на экскурсию. Будем отдвигать. Да, тут еще и ничего, даже тепленько. Ну, тучки только, да? Вчера, конечно, солнце. Да, я тоже по прогнозу посмотрела. Это все потому, что сенпай сказал, что вы туда поедете, что там интересного? На каркал. Все, все загрузились. Думали, что форт, а оказался Мерседес. Так что сейчас поедем смотреть. А тут... Ой, я видео снимаю. Раз. Целый день вместе, поэтому желательно, чтобы вы запомнили, как меня зовут. Я со своей стороны постараюсь со взрослыми беседуя тоже запомнить имена ваши, чтобы в случае диалога было покомфортнее нам с вами общаться. Нам с вами нужно будет преодолеть еще один перевал, самый высокий среди двух перевалов проехавших. Этот третий будет самым высоким, почти 300 метров над уровнем моря. Зато посмотрите, какая замечательная панорама открывается поселка. Мы приехали на морской вокзал. Здесь даже рыбаки, гля, прямо возле корабля, да? А рыба есть тут, да? Конечно, есть. Что бы они тут сидели, если бы рыбы не было? Что тут, за кефаль? Вот это дерутся сейчас, пока. И маяк. Все это было построено в 2014 году. Да. А когда мы там катались, там еще дельфинчики были. Угу. Ой, боже, какая прелесть. Чаечки с ними. А, уточки. Класс. Ты видишь? Да, вон висит рыба на корабле, да? И уточки. Ну, наверное, тут и живые. Ждем. Смотри, какая длинная. Рыба есть? Пошли спросим. Смотри, какая длинная. Ага, удочка вообще клевая, да? Сейчас как кого-то тыщу. Она называется? Она называется Алас. Ага, спасибо. Я пошутил. Я так и поняла. Она называется кефаль. Ага. Кефаль. Но не кефаль. Не кефаль, да? Да. Но на сковородке надо именно на такой жарить, да? Кефаль, да. Ой, а тут гля. Пол ведерка. Вся наша экскурсия. Слушай, да у вас уже скоро ведерочка будет. Мы вас поздравляем. Да.
за руку мы выйдем из портала. Ага. Пойдем. Будем фотографироваться. Так, где она? Улыбнулась. Все, у нас будет это... Две фотки. Ой, фото с обезьянкой. Да, и насыпайте. А мы вот и вернулись. Мы же терли в прошлый раз. Все, дитя, мороженое. Становись. Спасибо. Ура! Потому что лист похож на верх. И самые большие еще чуть-чуть сюда пройдите. Вон они вдалеке. Называйте большой сторону. На каждом листике обязательно есть лучше знать о городе, чтобы читать внимательно. Но прежде чем мы пойдем, и он дам возможность фотографироваться возле любой пальмы. Как обезьянки. Пошли. Еще фото с пальмой и пойдем дальше, да? Наверное, это самое важное событие ЗАГС. Для любого человека, да? Когда мы понимаем, что в нашей жизни может быть еще другая мысль. Мы начинаем. Сейчас идем на исторический бульвар. И вот там вдалеке, господа. Сейчас будем подниматься. Точнее, мы будем заходить к стене этой крепости. Перед вами стена. Про стену расскажу позже. Пошли. Награждение ордена Великой Отечественной войны первой степени. О, все, так что? Ты чего, 17? Чемпионат мира по футболу. У нас же будет... А вот тут и пушка. Ну да, сохранились, да? Что мы сейчас с вами находимся в заваленной стене, что после того, как форт был разрушен, а он был разрушен, Крымская война тому виной, 1853 год, все эти то, что восстановлено из их культуры и быта, у меня сейчас 35 минут. Посмотрите, сколько... Ой, мы зашли в музей. Посмотрите, с картинами. А вот заходите вот в этот зал, как раз в нем есть продолжение стены. Как я люблю такие картины. У нас работает мастер по обживанию в Желе. И один из его каминов, Новиков Юрий Михайлович, видите, он не уроженец города Сочи, но он закончил в Ленинграде Мухинское училище художественно-промышленное и специализируется на изготовлении таких удивительных каминов. Вы видите маленький кусочек, один из каминов, как он выглядит. Наверху картина одного из наших парков. Это парк под названием «Частые гости Сочи». Есть отдельная история о них. Вот так вот красиво написано в картине. Кинотеатр «Спутник». Бродвей. Ташкентский, да? Сейчас успеем посмотреть музей под открытым небом. Старцев, да? Какие интересные. Дольмен. Так. Где еда? Предметы быта. С этим бульваром работали творческие люди, историки и, конечно же, пиарщики, которым важно, чтобы у гостей осталось в памяти что-то особенное. Вот посмотрите, как по-особенному. Мы еще зашли в храм. Ну, мы не заходим, ждем экскурсию здесь. Вот
вот эти растения. Да, цветы тут вовсю цветут. Ну, если мы нарциссы видели. Ну, тут уже цветы. Таких на 1 миллион высаженных маленьких сортов вырастает один. И вот эти кипарисы чаще всего, как декоративно, монахи, помня об удивительной основе, высаживают. Рос огромный кедр, и сюда как раз Никулин приходил выпить хорошего коньячку. С правой стороны вы видите наше замечательное Черное море. Я же это Мацеста. Собрала удивительные источники, спрятала их за скалы, никому не показывала. Люди стали умирать и стареть. Девушка Олимпийского парка. Мы уже сейчас его не видим, потом еще раз к нему вернемся. Обратите внимание, с левой стороны большая капля, видите? Это большой ледовый дворец, это дворец-трансформер. Здесь 5 этажей вниз, на третьем этаже 2 крупных поля. Тут мы катались на желтенькой. Это Сочи парк. Сюда прилетают на перелет. Мы уже в Олимпийском парке. Сейчас поедем на электромобильчике. Вон уже Сочи парк отель. Там бывают гостиницы на какой-то... Глобус чего-то там, глобус по 200 рублей за номер. Я в шоке с завтраком. Да. А по сколько человек? Вообще по 3. По 3? По 8 человек в обход. Все, едем. Ты хотела что, провалиться сюда? Смотри. Осторожно, не опирайся на дверь. На водитель везет. А это же электромобиль, может, он сам есть? Там сам есть. Да. Запрограммировал. Сочи парк. А это порт парк. Ну, Сочи парк же, да, аттракцион. Отдельные острова, скачущие лошади. Помните, огромный корабль. Там были расположены по верхней крыше, была верхняя крыша, вагонетки и вагонетками. Там же птица располагается в нижней части нашего парка. Странные сооружения, сине-зелено-черные с крестами. Это трибуны Формулы-1, переходные мосты, которые идут через трассу Формулы-1. Трасса Формулы-1 считается лучшей в мире, она занимает второе место по трудности, и у нас есть удивительная услуга. Идем пить чай за 150 рублей. Да, это ж мы еще не узнали. Только вы не удивляетесь, да? Вы же в Сочи. Действительно. Так что идем есть в кафе свой сухпаёк и за чай 150 рублей. Ну идем смотреть. Все, мы поели, попили, оставили после себя чистоту вот в таком вот кафе. Ну, я не поняла, они откуда-то издалека приехали. Наверное, откуда-то, да. Если на вокзале. Все, мы идем. Идем. Смотреть. Ой, небо вообще, гляньте, какое клевое. Но все-таки ничего сверху нет и уже хорошо. Путешественники, блин. Вчера зато купались в аквапарке в хорошую погоду, а сегодня тучи, идем на экскурсию. Что страшного, я думаю, сейчас нас фоткают. Так, кольца. Кольца нам нужны? Куда что без колец, да? Ой, Сочи. Какой-нибудь клубы. Да. Парни, леди энд джентльмен. Порадуйте. Вид вообще суперский. Давайте сейчас с кольцами, а потом еще и спереди. Смотря на победу. Ой, на победу, на погоду мы сделали это. Идем покорять обратный путь. Диана одевает шапку. Нам я на фотографию. Ну, это только для фотосессии. А так все отлично. Люба, все хорошо.
Теперь нам еще только бы покататься на этих, на болидах Формулы 1. На коньках. На коньках. На катке, что да? А, так здесь, во-первых, не в этот сезон. И во-вторых, права нужно с собой. А у меня есть права. А вот и фонтанчик. Все, идем, собираемся. Ну это же сам же фонтан. Откуда же все бьет же? Музыкальное представление. Но мы и так на нем не были. Но есть к чему стремиться. Все, мы обратно едем. Это же кафе, которое нам тогда так нравилось. Когда мы были в Сочи неделю, оно закрыто. А нет, кафе там что-то. Мы на вокзале. Сейчас ну, высаживаем Москву, да. И автобус здесь наш. На кулаки ссали! У нас будет общее фото? Ага. Найди кота называется. А я своих сразу нашла. Они у меня рядом с этим дяденьком высоким всегда. Ворох с оранжевым поясом высоким мужчиной занимается, они рядом с ним. Вообще все сложно. А где там? А, вон Гриша с той стороны, с Родией. Пойду туда. Мама тут с Лешей. Гаси! Гаси! Еще Диану крикнуть, чтобы она отошла на 5 сил. Ты хочешь со своим? Ну, спустись и сколько? Смело. Человек из нашего номера ее потерял. Он самый главный. Кто? Самый главный. Ну вот президент, вот он в центре черненький. Теперь все идут в кино. На легенду. 17. Массажик. А где мы и где хотим? А какие наши места? Я не знаю. Пошлите все. Пошлите, дети. Так впереди.